Знаете, нам всем иногда нужно выпустить пар. Потому что со стрессом шутки плохи. К счастью, некоторые компании активно помогают своим сотрудникам снижать уровень стресса. И методы этих компаний, как правило, уникальные и эффективные. И нет, это не новогодний корпоратив. Это постоянная работа по улучшению условий труда. Давайте возьмем в качестве примера Firey Corporation. Руководство компании решило найти способ снизить уровень тревожности у своих сотрудников и в итоге придумало нечто очень милое. Теперь компания платит своим сотрудникам, чтобы они брали кошек из приюта и приносили их жить в офис. Дело в том, что во многих жилых домах Токио строгие правила, которые запрещают заводить животных. Но теперь это перестало быть проблемой, ведь сотрудники могут ухаживать за своими пушистыми друзьями на работе, а людям, у которых дома уже были свои кошки, разрешили приносить их на работу. Отличное решение, как для работающих людей, так и для их пушистых коллег. Компания тоже довольна, ведь результаты работы значительно повысились. Сотрудникам пришлась по душе такая политика компании, и некоторые взяли из приюта даже не одного, а двух котиков. Пушистые разбойники теперь с удовольствием проводят время на специально отведенной территории, где о них заботятся и любят. А разве рядом с такими живыми антидепрессантами можно испытывать стресс? Любители собак? Не волнуйтесь. Есть и такие компании, в которых двери открыты и для наших верных четвероногих друзей. Такие интернет-гиганты, как Amazon и Etsy, с удовольствием разрешают своим сотрудникам приводить на работу собак. Ведь трудиться намного удобнее, когда рядом спит твой любимый приятель. А во время обеда с ним можно и поиграть. Опять же, такая схема полезна для всех. Собаки счастливы проводить весь день со своим любимым хозяином, который всегда готов почесать им пузико. А люди рады ходить на работу и гораздо меньше нервничают. А оттого их продуктивность значительно повышается. В общем, животные в офисе не приносят бизнесу ничего, кроме пользы. Кстати, наука поддерживает подобный подход. По данным Американской ассоциации по борьбе с тревогой и депрессией, животные оказывают положительный эффект на уровень стресса и тревоги. Исследование ассоциации показало, что 75% владельцев животных продемонстрировали улучшение психологического состояния, когда их пушистый друг постоянно находился с ними. Но бывает, что такая политика не работает, например, потому что в некоторых зданиях животные запрещены или в офисе недостаточно места, чтобы дать возможность сотрудникам приводить своих четвероногих друзей. Поэтому компании нашли и другие способы снизить психологическое давление в течение длинного рабочего дня. А все потому, что счастливые сотрудники показывают более высокие результаты, а в мире бизнеса это означает более высокие прибыли. Например, как вам такой подход? Вы получаете зарплату за пятидневную рабочую неделю, а ходите на работу только 4 дня в неделю. Британская компания Radioactive PR решила последовать примеру своих европейских коллег. Газета The Guardian в своей статье утверждает, что в 2017 году у более чем полумиллиона британских трудящихся были диагностированы стресс и чувство тревоги, вызванных работой. Поэтому компания Radioactive перешла на 4-дневную рабочую неделю, и глава компании Рич Ли отметил, что за первые 6 недель со дня старта программы рабочие показатели пошли вверх. А это только подтверждает тот факт, что счастливые люди делают свою работу лучше, и все компании должны искать способы снизить уровень стресса на рабочих местах. А что может быть лучше возможности поспать в середине рабочего дня? Без крепкого, здорового сна жизнь теряет краски. А теперь представьте, что вы работаете в компании, которая разрешает своим сотрудникам спать, когда им захочется. У производителя мороженого Ben & Jerry's даже есть специальная комната, оборудованная кроватями, где сотрудники могут отдохнуть и перезарядить свои батарейки для продуктивного продолжения рабочего дня. Согласитесь, ведь мы все работаем намного лучше, когда чувствуем себя отдохнувшими и свежими. А когда вы на грани изнеможения и мечтаете только о том, чтобы отправиться в кровать, вряд ли тут можно говорить о продуктивности, верно? Что до меня, то я искренне не понимаю, как можно испытывать стресс, когда вокруг столько мороженого. Но, похоже, и такое случается. Как бы то ни было, некоторые компании, включая тех же Ben & Jerry's, разрешают своим сотрудникам заниматься спортом на работе. В офисе может быть полностью оборудованный тренажерный зал или классы йоги, которые позволяют сделать перерыв в работе и зарядиться энергией. После этого у сотрудников повышается концентрация, и они выполняют свою работу более эффективно. Кроме того, у вас больше не будет возможности искать оправдания, почему вам не хватает времени на занятия спортом. Плюс все это абсолютно бесплатно. Теперь после работы вы сможете проводить все свое время с семьей или делать все, что вам заблагорассудится.
Так, когда я буду искать работу, я буду спрашивать, есть ли у них в офисе спортзал. Также многие люди говорят, что хотят заниматься благотворительностью, но когда доходит до дела, им вечно не хватает на это времени. Компьютерная компания Salesforce и здесь нашла решение. Они дают своим сотрудникам выходные, чтобы те могли заняться волонтерской деятельностью. Как вам такое нравится? Вы можете сделать перерыв в работе до 56 часов и потратить это время на то, чтобы сделать мир лучше. Серьезно, почему все компании до сих пор до этого не додумались? О, и кстати, я упомянул, что это время оплачивается. То есть, по сути, вам платят за то, чтобы вы помогали нуждающимся. В смысле, это, конечно, не основная причина, но все же довольно приятный бонус. Особенно с учетом того, что время – деньги, а нам всем нужно платить по счетам. Также существуют компании, которые помогают своим сотрудникам начать делать накопления на экстренный случай или долгожданный отпуск. И очень любопытно, как они это делают. Они дают премию тем людям, которые откладывают определенную сумму денег каждую неделю или месяц. То есть вы получаете дополнительные накопления к своим текущим накоплениям. Например, транспортная компания PitOhio решила помочь своим сотрудникам решить их финансовые проблемы, при этом понимая, что повышение зарплаты эту проблему не решит. Поэтому в 2016 году они запустили программу накопления, премируя сотрудника на $56, если он откладывал минимум $19 в неделю на сберегательный счет, с которого нельзя снимать деньги в течение полугода. И премии выдавались каждые 6 месяцев. Вот это я называю инновационный подход. Премии не только мотивируют сотрудников на усердный труд, но также дают им возможность накопить на черный день или на долгожданный отпуск у моря. В офисе интернет-компании Dropbox есть столы для настольного тенниса, где сотрудники могут выпустить пар. А вот это по-настоящему весело! А о компании Google вы слышали? Так вот, у них в офисе есть площадка для баскетбола и дорожки для боулинга. Эта компания точно знает, как сделать своих сотрудников счастливыми. И, кстати, такие занятия не только улучшают настроение, но и усиливают командный дух коллектива. Так зачем выбирать что-то одно, когда можно получить все и сразу? Ни для кого не секрет, что Google сломал многие стереотипы относительно того, как должно выглядеть рабочее место. Вы смотрели фильм «Кадры»? Похоже, что работа в этой компании – мечта любого взрослого, который в душе остается ребенком. Яркие цвета и горки вместо лестницы – это только начало. Рабочие встречи здесь проходят в переговорных, где стоят разные стулья, включая мягкие и комфортные кресла-мешки, так чтобы сотрудникам было удобно создавать инновационные решения для компании. А еще в Google сотрудники получают бесплатные завтраки, обеды и ужины, медицинскую и стоматологическую помощь и химчистку. Они могут поплавать в бассейне и поспать в специальных комнатах. В офисе даже работает свой терапевт. Похоже, что компания делает все, чтобы ее сотрудники были здоровыми и счастливыми. Но когда же они работают? Ну что же, чтобы попасть в компанию и остаться в ней работать, вы должны серьезно зарекомендовать себя. Google получает 2,5 миллиона резюме каждый год, но мне кажется, я готов прыгнуть выше головы, лишь бы прочувствовать на себе эту уникальную корпоративную культуру. Мне кажется, что в будущем именно такой подход к созданию рабочего пространства станет доминирующим. Мы должны получать удовольствие от работы, а не думать только о прибылях и чувствовать себя выжатыми без остатка. Ведь чем больше здоровых и счастливых людей, тем лучше мир. Разве не так? Друзья, может быть, у вас есть идеи, как сделать офис более приятным местом для работы? Напишите свои предложения в комментариях, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, и поделитесь им с друзьями. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми.